Ребят, привет. Я на Букингем Гейт. Это около Букингемского дворца. Прям 2 минуты. Просто хочу вам показать вот этот красивый дом, где квартиры стоят по 3, 5, 10 миллионов фунтов. И вот, видите, прям рядом. Социальный дом, где квартиры уже выкуплены. Эти квартиры много лет назад, примерно где-то 30 лет назад, раздавались тем, у кого нет денег купить жилье. Вы видите, балконы обновлены, а рамы все еще старые, деревянные, 50-летней давности. В общем, в этом доме живут те, кто получил когда-то квартиру бесплатно, и до сих пор у них нет денег, потому что, видите, да, по стеклам, по дверям, по занавескам видно, да, что там живут необеспеченные люди. И вот рядышком, пожалуйста, капиталистическая несправедливость Лондона.